Всем привет! Меня зовут Инга, и я фотограф из города Калининграда. Простите, что долго себя не показывала, были на то причины, и мне достаточно тяжело быть в кадре, но давайте с вами чуть-чуть познакомимся. Те, кто со мной не знаком, меня зовут Инга, мне 32 года, и я художественный фотограф из города Калининграда. Прежде чем начать, я буду вам очень благодарна, если вы поставите лайкусик. И после или во время просмотра вы можете оставить комментарии, пожелания, какие-то недочеты или наоборот сказать мне, что я молодец, хотелось бы чуть-чуть услышать этого. И также можете подписываться на мой Boosty. Здесь видео будут выходить раньше, более широкие, более полные, где будет больше показано закулисье, больше фото и вообще транслируются такие мои истории из жизни. И давайте приступать. Я решила для себя сделать новую рубрику. Я буду проверять лайфхаки, точнее световые схемы, которые я нахожу в интернете, и буду пробовать их реализовывать как в своей студии, так и в студиях нашего города. Итак, я увидела очень популярную световую схему, в которой используется два источника света импульсного и два флага, обращенные белой стороной к модели. Они создают такой эффект, то есть закрывают полностью, скажем так, белую цикораму и создают такой интересный эффект, то есть как будто бы заливается все таким белым солнечным светом. Я решила ее наконец-таки испробовать, и для этого я искала модель в своем телеграм-канале и подготовила несколько образов для этой фотосессии. К сожалению, сразу же спойлерну вам, не все образы отсняли, точнее отсняла, но не могу показать, потому что модель немножко была в шоке в этом плане, что недостаточно откровенные, и я решила как бы пойти навстречу модели и не буду их выставлять, скажем так, на публику. Моей моделью была Валентина, мы с ней уже работали ранее, но в этот раз собирала ее не я, а визажист. К сожалению, у меня просто не было времени, и мне хотелось такого более профессионального макияжа. Я, к сожалению, не такой, скажем, такой специалист визажа. Я как бы умею там красить для своих съемок, я знаю потом, где что подретушировать, где что подтереть, где что подрисовать. В общем, я еще пока учусь, я еще в процессе обучения. Студию мы сняли на 2 часа, я подготовила световую схему, все подготовила. Два источника света должны быть одинаковой мощности, в этом-то и заключается, скажем, сам секрет таких кадров, и мы начали процесс. Так как я вам говорила, что с Валентиной я уже работала ранее, процесс был очень легким, веселым, мы даже не заметили, как 2 часа пролетело толком. И я с вами готова поделиться результатом. Надеюсь, вам понравится.
Вот вы видели, какой эффект создается с помощью такой световой схемы. В будущем я уже себе подобрала, какие еще схемы я хочу опробовать. Если вы хотите быть моей моделью, вы всегда можете мне написать в моем телеграм-канале. Также я сама приглашаю моделей, если они мне подходят по типажу. И если вы хотите ко мне на фотосессию, вы можете попросить меня, вот хочу вот так вот, я все организую. И также мне будет очень приятна ваша обратная связь. В общем, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И увидимся совсем скоро в моем новом видео. Пока-пока!